Меня зовут Кира. Сейчас я поделюсь своим секретом, как защититься от коронавируса. Нужно мыть руки. Сейчас я расскажу, как это сделать правильно. Нужно мочить руки водой. Взять немного мыла. Кстати, мыло не менее надежное средство, чем санитайзер. А еще мыло можно без проблем купить в магазинах. Итак, шаг первый. Ладошка к ладошке, размыливая мыло на ладони. Шаг второй. Между пальцами. Шаг третий. Тыльная сторона ладони. Шаг четвертый. Большие пальцы. То, о чем многие забывают. Шаг пятый. Кончики пальцев. Этим движением мы также вымываем микробы с пор ноготков. Шаг шестой. Кулачки. Сжимаем по очереди руку в кулак и намыливаем. Шаг седьмой. И последнее. Запястье. Теперь смываем это все водой. Теперь ваши ручки чистые. У вас это займет около 30 секунд. Мойте руки правильно и сидите дома во время карантина.